Ты Томми? Томас Анджело. Детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? А, чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. А даже на костюм? Кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Продай одежду, будут деньги. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелла в первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Как великодушно с вашей стороны. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Невозможно отказаться. 1930-й. Я вебку убирать не стал, я подумал, без вебки как-то скучновато. Ну, катсцена прям очень затягивающая, то есть вот ты чувствуешь качество. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Поли и Сэма. Ой, я этот момент помню, а что, гонки не будет? А, нет, это все начинается. Так странно, раньше у машин были спицы, как у велосипеда на колесах. Ну это так классно, это, блин, вам не мафия один. Из ветки 2000 года. Блин, зачем этот крик Вильгельма добавил? Держись! Скорей, Полли, здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Ой, я смотрел в инстаграме такую сцену. Чё, в Минске, куда? Что чуваки прыгают в такси, и такси просто начинает уезжать. Так, вверх, чтобы увеличить скорость. Ты у меня на мушке. Если нас нагонят, нам конец. Все, но тихо. Мне проблемы тихо нужны. Ты. У тебя уже проблемы, гони. Как они вообще узнали, где мы будем? 40 км в час максимум. Сколько машин за нами едут? Пока одна, но могут быть и другие. Что-то нет ощущения драйва, у меня ощущение, что я еду на историческом автомобиле 30-х годов. Нифига себе! Мое дело вести, а не спрашивать.
А на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. А в оригинале такого не было. В оригинале нужно было уезжать от... от этих бандитов где-то по... Ну, может, и минут так 30. Пойдет. Все равно я его вызову. Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Чувак, ты говоришь мне в ухо! Туда, куда вы сказали. Вот и вези. Он, ты говоришь мне прям в ухо, и вот эти указатели так классно вписываются. То есть смотрите на это, они как будто вот это как указатель на улице, который исчезает, когда ты подъезжаешь. Единственный минус этих машин для меня был в первой игре, что они очень медленные. Куда мне вести вас на том берегу? Меня достали твои вопросы. Не, ну а как мне знать, куда тебя вести? Кстати, мастерская чувака под нами по миникарте вижу. Правда, я ее закрываю собой, но там на миникарте. Хотя ладно, я вебку-то наверх сделаю. Вот еще! Куда деваться? А, черт! Да, протарани другие машины. Давай! А зачем нужна отдельная кнопка для тарана? Это их остановит. Делай, что хочешь. Только оторвись от них. О, пацаны, вас очень много. Но машина управляется это очень по-твоему срезать? Но они же отстали. Отстали-то не все. С теми парнями вы не особо ладите. Ой. Да? Иногда деловые партнеры ссорятся. Так бывает. Заткнись уже, Полли. Хватит болтать. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов дожить до утра. Я ничего не слышал, ребята. Ну блин, как классно выглядит. Я не успеваю все подмечать, но это реально прорыв. Это вот полноценный ремастер, как он должен быть. Единственное, что немножко вяло, мне кажется. Хотя, может быть, это только мое ощущение. Пока что вяло. Вы еще смотрите смонтированную версию начала, и начало в оригинале идет 10 минут, оно очень вялое. Прям тяжело смотреть. Работяги, которые тут дорогу копали, нам спасибо не скажут. Уже минус 3 тачки. Сколько вообще на встрече было машин? 4, может 5. Наверняка он вызвал подмогу. Да блин, там вся Италия в этом автомобиле едет. В следующий раз возьмем больше, ребят. Этого следовало ожидать. Когда босс чувак, узнает, стреляй! Он им такое устроит? Да, я совсем тю-тю, женщина, я ебанулся. Я ебанулся. Их все больше и больше. Похоже, они всех подняли. Если не вернемся в свой район, долго мы тут не протянем. Надо двигать домой. Людина, расступись. Белорусское такси едет. Ай, идет на таран. Все, ребят, машина. Перевернуть машину. Западный портовый мост. Давай туда. В первой мафии такого не было. Перевернуть машину нажатием кнопки. Не, ну GTA, привет. Да не задрали за мной ездить. Эта миссия такая же убогая, как в первой игре. Ага. Мы успеем. Его разводят. И происходит развод моста. Сейчас его закрепят. Держись крепче и молись. Ребята, а чё вы тут руханули? Так же бы прыгали. Никогда такого не делал. Я тоже. А теперь в маленькую Италию. И побыстрей. Поездка не закончена. Голоса прикольные. Мне нравится, что голоса свежие. Такого то есть я не ожидал. Такого думаешь, у нас стукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. Блин, такая брусчатка классная. Вообще игра классная. Ты играешь, там прям проникаешься мамбо Италией. По красоте, слушай, мне нравится игра, мне нравится. Действительно, классных игр отлично. Сейчас не было, я сейчас уже играю близко. И кайфую. Да, да, сейчас повороты, и все. Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Деньги. Ты хочешь награду от Дона или нет? А, да, хочу. Давай. Водитель мафии. Кто бы мог подумать, что я докачусь до этого?
Ребята, кажется, недовольны моим присутствием. Вот так, ребят, мне кажется, что-то идет не так. Что-то идет не так, ребята, пистолет сейчас достанет. Нет, беги! Компенсация за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Спасибо. Это должно хватить. Славно. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа. Только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно. Спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке... Пытался... объехать бабульку на дороге. Все понял? Конечно. До скорого, парень. Вы могли не обратить внимания, что я специально одел рубашку. Рубашку, понимаете? Максимальное погружение. Я даже косплею человека из 30-х годов. Я еще берет одел дурацкий, я не знаю зачем. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но... связываться с криминалом... лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. Погоня в ночи. Глава пройдена. Невозможно отказаться. Орлы! Первое впечатление, как вам? Напишите в комментариях, как вам оно. Кстати, забыл сказать тебе. Саша, привет! Я знаю, ты смотришь. Просто мой друг Саша, у него не хватило денег, чтобы купить мафию, и поэтому он будет смотреть ее у меня. Ну, бывает, с кем не бывает, у меня тоже. Я, честно говоря, на последний день не купил мафию. Ради вас, ради своего пожилого интереса. Передайте Саше привет в комментариях. Он смотрит, он будет очень рад услышать, что вы рады его видеть. А я пока высморкаюсь, и мы продолжим. 2К, представляй. Игру, которую делали в 13-м ангаре. Мотивом оригинальной игры от студии Illusion Softworks, которой больше нет, потому что обанкротилась. По-моему, начало раньше было другим. Ладно, пока идет начало, я скажу. Евген, Орлики Би, сегодня у нас день мафии. То есть два видео по мафии плюс гранд-стрим. А завтра, наверное, уже пройдем до конца. Я никогда не был фанатом первой мафии. Я считаю, что это Dark Souls в мире экшен-РПГ. Но, надеюсь, эту игру они сделали достаточно исправленной. О, мои любимые коробки. Перетаскаем их все.
Ну, катсцена, конечно, пушка. Это, конечно, это взрыв. Бегущий человек дождя 1930. После той поездки с парнями в Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Эй, ты, шофер! Да, мэм. Ты работаешь или дрыхнешь? Работаю, мэм. Без продыху. Я не понял, то есть я реально буду работать? Почему я дрыхну? Я тут стою, жду клиентов, я тебя ждал, тварь. Быстрее, меня люди ждут. Да, мне не насрать. Куда едем? В храм Святого Михаила, прямо к нему. Миш, привет. Кстати, все, кто зовут Миша, ставят лайк на видео. Поаккуратнее. Я всегда вожу аккуратно. Редкость для таксиста. Ну ты плати, и буду водить аккуратно. А, ты хочешь ограничить скорость, что я врубил, давай. Чтоб полиция не спалила. Но, блин, когда открытый мир? Хотя я помню, мафия, знаете, чем славится, кроме третьей части? Ну, хотя в третьей части тоже делать нечего. Не могу сосредоточиться. Ладно, ладно, все, выключу. Так-то лучше. А в твоей стране все так ездят? В твоей стране. Где ты живешь-то, в России? Разве сегодня воскресенье? Прошу, следи за дорогой. Блин, напрягают такие люди, которые, вот ты хочешь поговорить просто, а чувак чисто вот о своем, что следи за дорогой. Хотя, наверное, многих такие таксисты бесят. Я читал просто отзывы про Яндекс.Такси, и многие такие, что, блин, таксисты без умолку говорит, что аж пришлось сменить таксиста, потому что невозможно было спокойно ехать. Но я такого не понимаю. То есть, ну, блин, так просто с собой просто культурно общаются, в чем проблема? И культурно попросил, чтобы с тобой не общались. Блин, ну храм-то хорош. Вот вас напрягает, когда таксист с вами не общается в такси? Вас это напрягает? Мне кажется, никого это не напрягает. Если вас напрягает, вы странный вот человек. Вот здесь, возле парка. Да-да-да. Довольно? 5 звезд мне поставь, иначе найду. Храм вот он. С вас 30 центов. Взамен чаевых я дам вам совет. Не курите в машине, я будто в пепельнице ехала. Ага, как скажете. По-моему, за 30 центов можно было и, не знаю, без претензий. Это, блин, когда вызвал такси эконом в Яндексе, еще жалуешься. Найду-ка еще клиента. Так, ну, почему я устроился работать в Яндекс.Такси, господи? Я на это не подписывался, я думал, тут игра про мафию, а у меня тут игра про Яндекс.Такси. А вы вот, вы чем пользуетесь? На каком такси вы ездите? Я Яндексом. В Москве, правда, Ситимобиль, но Ситимобиль такое, если как бы у тебя есть время подождать, потому что Ситимобиль ждать приходится, он всегда долго едет, но при этом скидки там очень большие. Так что если время есть, я беру Ситимобиль. Если спешу, то только Яндекс, потому что Яндекс быстро приезжает. Я Uber раньше пользовался, но сейчас Uber уже нет практически в России. Это тот же Яндекс. Это можно. Побыстрее это легко. Погоди, ща я разворачиваюсь. А тебе-то что? Да, так, беседу поддержать. Я тебе не за беседы плачу. Езжай давай. Да чё все злые-то такие? Я не понимаю, почему люди такие нервные? Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Ну так работы же нету. Работа есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю, вы занятой человек. Таких нынче редко встретишь. Я эту депрессию предвидел. Продал акции перед тем, как биржи рухнули. Так что да, я занятой. Будете весь день разглядывать старые картины? У меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое до этого дело? Вот найдешь себе нормальную работу, так поймешь, о чем я. А пока рули, не отвлекай меня. Да-да, хорошо. Я отчасти понимаю этого чувака, то есть, когда ты, типа, фрилансер или там акциями занимаешься, ты всегда смотришь так, что, блин, работа есть всегда. А как простой работяга, тебе тяжелее. Я простым работягой никогда не был, мне тяжело это понять. У меня даже была мысль, что я хотел бы, знаете, поработать таксистом, ведь у меня права и машина. И, ну, хотя даже машина не нужна, в аренду можно брать. У меня была мысль поработать, например, там, грузчиком в Пятерочке или еще кем-то. Знаете, для чего? Просто, чтобы получше понять вот эту, вот, скажем так, эту индустрию грузчиков, индустрию, вот, ну,
не знаю, кассиров, продавцов, потому что ты как бы смотришь на это все со стороны, и мне кажется, что это полезно для, не знаю, саморазвития. Просто поработать вот в этой профессии, чтобы лучше понимать этих людей. У меня действительно есть такая мысль. Там в том же Макдональдсе. Просто поработать. Спасибо, приятель. Вот полбакса. Не трать все сразу. Я полбакса? Жирно. Жирно. У меня тут вроде сколько? Почему все 15, клиенты сегодня 15 такие центов? Козлы? Так, следующий. Блин, ну клиенты классные. То есть ты прям слушаешь и, не знаю, веришь в происходящее. Игра такая сасная. Слушай. Просто получаю огромное удовольствие. Понимаешь, какая игра классная? Как это понять? Что ты, когда игра классная, ты, как сказать, у тебя появляются мысли в голове. То есть вот ты начинаешь обсуждать какие-то темы, у тебя идеи в голове. Херово выглядишь, приятель. А едем я куда? Я работаю. А с тобой что? Ухал. Ну ясно. Ухал. Куда поедем? Маленькая Италия. 21-я улица. Я не пойму, это мужчина или женщина? Я не скажу копам, что тебя выпивка несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. Много заработал сегодня. Да так. Меньше, чем хотелось бы. Всегда так. Как рынок упал, так теперь ни у кого нет денег на такси. Чую, мы в полной жопе. Я к тебе только потому и сел, что бухой и плохо соображаю. Я вот персона 9.9 озвучу, блядь. Каждый день. Им нужны те, кто бухло перевозят и продает. Я видел, как они за меньшее людей забирали. Ну да. Если они хотят тебя дела. Что-нибудь содрать, могут к чему угодно прицепиться. Черт, в этом городе продается все. Уж это точно. И графика такая приятная. Я скажу, играю не на максимальных настройках, но графика при этом, ну все отлично и оптимизировано отлично. Вот пример хорошей игры. Ребята умеют делать игры. Mafia 3, кстати, тоже классная была. Многие скажут, что не, Mafia 3 так себя. Я скажу, Mafia 3 офигенная. Почти приехали. Высади меня на углу, лады. Там есть скучные моменты, но стрельба в Mafia 3 для меня кайфовая. Надеюсь, здесь такая же. Ну, по идее, тут движ такой же, значит. Должна быть такая же. У моего двоюродного брата кофейный лоток за углом. Скажи, что тебя прислал Лючио, если зайдешь к нему. О, я кофеек, да. Как-нибудь зайду. Я бы выпил. А, давай выпьем. О, господи! Да охренел! Дела, друг, помнишь меня? Нет! Да? Нет! Отвали! Ты сука! Зачем ты бьешь мою бедную машину? Мистер денег Марелло нет! Недоволен. Зря ты помог граберам Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. А, драка, драка! Он любит пошутить. Ребята, не надо стрелять по мне. Давайте вернемся к кулачному бою. А в оригинале так же было? Что-то не припомню. Пацаны, пацаны, тихо, пацаны, спокойно. Я удивлен, как я быстро бегаю, я ж таксист. Он ждет тебя через переулок. Кто? Орлы, давай, я буду лечу как орел. Видели, как я через текстуры просочился? Я и не такое могу. Оп, оп, оп. Вот это анимация. Вот это стиль, вот это скорость, вот это техника. Ну давай, ну давай. Не, анимация, конечно, это мое почтение. Здорово. Смотрите, кто это? Дино, Лу. У вас есть дело к Дону? Нет, нам бы с этим таксистом поболтать, и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда, ну,
Вот что, дружище, мы так просто не уйдем из тебя. Может, тогда вы здесь и останетесь? Ну что ж. Еще свидимся. Пойдем, Лу. Спасибо. Это мелочь. Пошли, познакомишься с Доном. А что, так можно? Да. Эта история его повеселит. Я и не знал, куда мы бежим. А мы прибежали к Дону. Дон. У нас на стримах тоже есть Дон, если вы понимаете, о чем. Глава вроде на бегущий чек. Игра что-то пока очень динамичная, то есть у меня нет ощущения, что я играю в игру 20-летней давности. У меня ощущение, что я играю в полностью современный проект, сделанный, ну, вчера. То есть нет ощущения. Вот я играю, есть ощущение, что это игра 2020. Это не игра там прошлого тысячелетия, прошлого века. Это современная игра. Она офигенная. Это круто. Слушай, идеально. Ребята просто смогли. Ребята сделали то, что я не знаю, то, что никто не может, потому что запускаешь игру и плюешься. А здесь ты запускаешь, вот ты не можешь оторваться. Настолько все хорошо. Вечеринка с коктейлями. Я коверю слово коктейль, обращаю внимание только на первые три буквы. Привет. Как твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Морелло пришли к Томми. Он помог нам тогда. Это такси твоя работа? Ну да. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышал. Ладно, Томми Анджело. Все быки Морелло торчат в его баре. Поле, ты знаешь. Конечно, босс. Хорошо. Ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелло узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Сальери. Я не подведу. У них классная анимация лица. Ты прям смотришь на них, и я не знаю, как живые. Томми, вернешься? Обсудим, что делать дальше. А вот тот чувак, который, с которым мы познакомились, ну, в первый раз, он вообще на молодого Урганта похож. Тебя здесь никто не знает. Так что потише, лады? Лады. О, бильярд. Не, можешь и дальше хер пинать. Давай. Так, прочесть зомоэтку, ну давай. Дон Сальери, вы не представляете, как я счастлив узнать, что вы собираетесь посетить свадьбу моей дочери. Ну это важно, итальянцы там вот эти свадьба, хачапури, все дела. Пожалуйста, если у вас есть какие-то особые пожелания, дайте мне знать, и я все устрою. Это будет чудесный праздник, а с вашим благословением он запомнится всем еще больше, ваш верный друг Джованни Романо. Джорно Джованни? Отдельно я нашел. Кто этот новенький? Нет, я... Да шофер один. Я с тобой слежу. Мы ему помогаем. Понял. Он будет босса возить? Не, от тебя работа так просто не уйдет. Еще звук очень классно оформлен. Ненавижу сидеть без дела, скучище. Прям приятно слушать. Если босс считает, что тебе еще рано дань собирать, что поделать? Не понимаю, чем я ему не подхожу, Поле. Как думаешь, что мне надо... Член подвинчу. Это не ко мне вопрос, Карло. Я тебе вряд ли дам верный ответ. Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. А, особенно не... Я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже 100 лет. Погоди, а если я по бару хочу походить? Мы заходим к нему, когда нужна... Так. Коронавирус. Проебиться здесь останется. А, это запрет на вот это, на бухло. Бухать нельзя было тогда. О!
Поле Ломбарда. Потерянный рай. Best rising unemployment. Ясно, безработица растет. Ребят, кризис, все как 2020. Тот момент, когда ты играешь в игру, буквально где с тобой события происходят 90 лет назад, но все настолько похоже на современность. Если вам нравится, у нас такого еще много. Дон рад иметь с вами дело. А мы рады деньгам от него. Все эти диалоги мелкие, которые происходят тут и там, они очень классные, они помогают погрузиться. То есть вот я играю, и вот это, есть ощущение живого мира, что тут люди живут. Всякие поддоны, мусор. То есть вот ты сидишь такой и понимаешь, что да. Вот вы, ребят, смотрите на картинку, вы верите, что это живой и дышащий мир? Что это реально вот Америка 30-х? Я верю. Чао, Поли. Смотри, какой штуцер. Ты еще мой не видел. Винни, это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка. Ясно, что ж чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья? Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Хм. Есть у меня кое-что. Ну-ка, покажи. Классика! Разобьет все! О, давай! Если биты недостаточно, у меня есть еще парочка коктейлей. О, давай, давай, вот это по красоте. Аккуратнее с ними. Не спалите себе волосики. Ты, волосики, да? Если Поле станет тебя прессовать, скажи мне, я его мигом на место поставлю. А можно у тебя журнальчик там порнографии? Подвинься, чел, я журнальчик если хочу, у тебя порнушку забрать. Загляни ко мне попозже, намучу тебе ствол. Ствол мне намутишь, чувак, ты, давай, если давай вот без гомосексуализма. Только не вздумай ничего выносить. Ладно, я просто я то у тебя только журнальчик украл. Он малость с придурью, но в тачках реально шарит. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое-то. Колдун, дует на кал. Колдун. Колдун. Привет. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Поле? Нельзя так пугать людей. Извини, Ральфи, я же просто пошутил. Это ж молодой Уильям Дефо. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже двое коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Чем ты его в сиську тыкаешь? Да. Томми. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил. Ральф у нас немного того. Но пригонишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Автомобиль. Как насчет этой Поле? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Ладно, хот-род у меня погнали. В трусах. Ты за рулем. Хот-род — это значит горячий жезл, кто не знает. Горячий и жезл. Я не знаю, почему машина так называлась. Да, да. То я бездельник, может ты бездельник. Ну давай побездельничаем. Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод. Ой, сразу заикас пристал. Ральфи дал нам эту тачку. Я пытался показать тебе красивую жизнь, а мы ползем на колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я Ральфа, наверняка он у моей мамаши ее и спер. Да нормальная машина, не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся. Это же просто ведро с гайкой. Слушай, там в грузовике был виски? Да. Новый поставщик. И вы вот... Эй, мы собирались бить тачки Морелла, а не эту колымагу. Ой-ой-ой, тормоза, и тормоза. Вы вот так его покупаете? Обычно нет, но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для друзей. Для другальков, знаешь. Я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью.
до добра это не доводит. Да ладно, ну да, я 6 раз блевал вот от адской смеси, пиво, водка, вино, я 6 раз блевал, ребят, не надо, действительно, да, до добра не доводит. Это высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Уже хорошо, хоть не ослеп. Пошли из самого бухла, Топ, в какие заведения мы его поставляем, Топ. Видел бы ты тамошних дамочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит тебе парень, который собрался сжечь машины Морелла? Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им зарисовать твою морду. Или врежь им так, чтобы они ее нахрен позабыли. Кстати, я забыл представиться. Евген. И не забудьте, лайк, подписка, репост. Три кита, на которых стоит все. Если это видео соберет 300 лайков, я побрызгался. Между кварталами Морелла и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую Италию, а он сидит в Норд-парке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть. О, Варламов бы одобрил, ты смотри, трамвай с деревянными лавками. Варламов бы одобрил 100%, и Кац бы одобрил. Якста подписан, Якста смотрю. Арла, вы кого смотрите на Ютубе? Кто ваши Ютуб-кумиры? Я смотрю, на удивление не смотрю летсплейщиков, потому что я пытаюсь, но не знаю, они мне не интересны. Возможно, у меня профессиональная деформация. Ну, то есть, знаете, как бывает, что ты как бы, ну, работаешь в определенной профессии. Но я не скажу, что я считаю профессией быть ютубером, но мне кажется, в определенном смысле это на тебя влияет, что ты не можешь их воспринимать правильно. Потому что я не знаю, как иначе объяснить, что я включил вчера Куплинова, и мне было, не знаю, ну, что-то неинтересное. Эта штука Ties and Accessories. Эта штука похожа на какой-то экстендер для... Ну, смотрите, вот эта головка, это ствол. Это какой-то экстендер для члена. Что это? Ну, это Виджилинка, надо спрашивать, он разбирается. Какой-то экстендер для члена. Да все, все, припарковались давай. Я не умею ровно парковаться. Громилы Морелла ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. То есть разносить буду я. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. Ну да, то он обидится, что его любимого водителя подстрелили. Ладно, чё? Пойдем тихо. Ты же умеешь красться, а? А вот так. На то есть старая гвардия. Однажды они и тебя возьмут. Если они нас не увидят, то и стрелять не буду. Ага, ясно. Хорошо, она мне говорит шепотом и странным голосом. Из ворота на крышу. Я понял. Ха-ха, быка отвлечь. Прямо мастер этого дела. Не особо, но многие в городе очень злые на босса, береженого бог бережет. Ну многие, типа, я достаточно зол, босс говно у вас. Так, занять укрытие. Эй, ты что делаешь, черт тебя дери? А что я делаю? Что ты несешь вообще? Что слышал? Какого черта ты делаешь? Я недоумеваю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Дино, он мне приказал. Дино? По всему городу стреляют ребята с Альяри. А Дино сказал тебе тачки сторожить. Послушай, парень, ты кто вообще? Знаешь Дино? Да, еще как знаю. Как-то раз у меня была отличная возможность подойти к этому козлу сзади и свернуть ему шею. А я, дурак, взял и упустил такой случай. А чем это толкуешь? Надо было сделать это. Не сиськи мять, а завалить этого гада, пока все не пошло наперекосяк. Но нет, я был тупым бараном, который какого-то хера не сделал то, что ему велели. Можно вывести девку из деревни, но нельзя заставить ее грохнуть. Это он про меня говорит, а слышь, я. Тварь. Ну какой диалог красивый был. Как красиво он стелил. Так, да, давайте тело возьмем.
Я удивлен, как будто Assassin's Creed какой-то механика с телами. Почему? Сейчас, подожди, я тело хочу куда-то отгрузить. Сейчас даже в ассасинах нет такой механики, ее выкинули. Кто не знал, кстати, да, механику с телами выкинули. Сейчас, погоди. Так, нажмите. О! Хоппа! Ой, гранаты еще когда-то будут. Так, ударить биты. Машины какие-то убогие. Явно взбесила эта тачка, да? Да, смерть! Ах ты ж! Это ведро отъездивать. Эй, отвали от машины! Да мне пихуй! Тебе что, жить надоело? Смерть! Чел, да отвали! Ха-ха-ха, бей! Чел, да сколько, да что ты так скучно бьешь? Давай! Да бей его! Да почему-то... Так, нажми, чтобы ударить с большей силой. Я не понял. А, зажмите, ну я вроде зажимаю. А, я не успеваю, блин! Так, хоп, ага, бей. Я ебать, зажмить. Ну я зажим. А как зажать-то, блин? Так что ли? Давай, Том, скорее. Задолбал. Сейчас, подожди, я с большей силой бью. Так, зажмите, чтоб. Ай! Ой, я не туда кинул. Нормально у нас коктейль, ничего страшного. Жахнуло на весь квартал. Давай еще сожжем. Возьмем тачку, все, Дина. Да, чтобы взял, что это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит, и у него крутая тачка, я узнаю. Сообщение о стрельбе горящих машин в Норт-парке. Ча, погоди. Это ой, там полиция уже в курсах. Только не возьмите его, ребят. Как стекло очень глухо разбилось. Шуберт. Старый добрый Шуберт из мафии. Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали. Они уже прибежали. Ай! Не бейте машину Дина. Дина, скотина. Том, легавые. Сейчас обойдем. Что нам делать? Гнать как можно быстрее, пока не оторвемся. Хороший план. Машины неуправляемые. Не будем злить их еще больше. Нормально, все, видите, мы тикнули. Все, все хорошо, по красоте. Видите, там запутался, полицейский бобик запутался. Ничего страшного, все будет заебись. Давай, гони, гони, гони! Ну давай, а ну давай! Моя машина быстра! Она летит по мостам! Пронесло! Поехали, доложим боссу! Игра что-то пока что простая, но начало. Содержание. Нет. Только некоторые постовые. А у Морелло сам шеф полиции в кармане. Блин, так Морелло круче Сальери получается. Блин, по-моему, я не с теми мафиози связался. Круто было? Что круто? Уделать этого парня. Угнать езжай аккуратнее. Не надо привлекать внимание. Да давай же, рассказывай. Уделать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же? А, пожалуй, да. Первый раз самый лучший, Том. С ним ничто не сравнится. Ну, я не знаю. Первый раз он бывает такой. Это? Такая жизнь. А тебе-то что? С опытом интереснее. Я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машину на парковках. Не, ну иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебе. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. Однажды мы с Винченцо разболтались возле бара, и я стал с ними работать. 10 лет уже. Езжай аккуратнее, не надо привлекать внимание. Да все, все. Однажды мы с Винченцо разболтались возле бара, и я стал с ними работать. 10 лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше, а Винни уже старый хрыч. Я думал, что в семью берут только благодаря каким-то связям. Брат там, или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карло. Папаша его был с Доном «не разлей вода». Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Вот наши планы. Влить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. Не возражаю.
Еще бы. Дайте работу, покупайте американские товары. Слава Америке. Да, хорошо, поехали. Хорош. Ну все, я внутри. Мне нравится слушать эти диалоги, поэтому я их не пропускаю. А что с тачкой, на которой вы уехали? Ну, что? Да. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Именно. Может и лучше, но окно разбито. Так сделай новое. Воздух, красота. Вот именно. Свежий, зато едешь, дышишь воздухом, а не в душном салоне, который воняет китайской кожей. Ну, кожа-то, наверное, не китайская была, но это не важно. О, яблочки свои плоские. Это же, я не понимаю, это плоские яблоки, это спрайт или нет? Нет, спрайтовые яблоки. Ну, как всегда, обычные бывают. Но они такие, красивые спрайт, хороший. Хороший яблочный JPG. Да, да.